Дни открытых дверей прошли в школах, детских садах и в учреждениях дополнительного образования. В течение 2 недель глава городской администрации побывал в каждом учреждении, заглянул в кабинеты, где обучаются дети. Фанис Гильванов осмотрел технические средства обучения, библиотеки, образовательные возможности, школьные музеи. Во время круглого стола директора школ и детских садов рассказали о проблемах. Такие дни помогут нам друг друга понять, увидеть, как поставлен учебный процесс, как внеурочное время ведется, какими успехами мы можем похвалиться, в каких местах мы увидим наше упущение. Каждое посещение нам дает больше информации, мы больше видим, больше делаем выводы, в каких местах мы можем больше направлять средств. Я надеюсь, такие открытые двери, такие мероприятия нам помогут и в дальнейшем найти такие тонкие места и избежать таких ошибок, которые мы сегодня встречаем. Большое значение имела возможность пообщаться с самими учащимися. С их участием были организованы концертные программы, мастер-классы. Итогом проведения Дней открытых дверей стали планы для дальнейшей работы. Замечания и просьбы приняты к сведению и включены в работу.